Всем привет! Сегодня 27 сентября, четверг, и мы с вами уже традиционно в Можайском районе Московской области на 141 километре Минского шоссе в окрестностях села Семеновска. Прошлый четверг мы с вами здесь были с той же традиционной нашей целью – грибочки, и набрали ведерочко благородных. Говорили, что вот хорошо бы дождик, и природа нас услышала, состоялась, начиная с воскресенья идут дожди, и сегодня дождик был, сейчас вот выглянуло солнышко, хотя облачность низкая, периодически дожди. Ну, это осень, это счастье, красота. Скажу, что в воскресенье я не удержался, я аж после обеда все-таки сбегал еще раз в лес, посмотрел этот же лес, но с другой стороны. Результат получился вот такой. Хотя воскресенье, вчера была суббота, народ ходил. Сейчас вот я поехал вообще в час дня за грибами. И вот, видите, удача улыбнулась. Видео не стал выкладывать, поленился, решил дождаться все-таки нашего традиционного четверга и сходить посмотреть. А что же там? Может, пора кричать на Можайск? Пойдемте глянем. Дожди достаточно серьезно промочили лес, что неудивительно совершенно. И первая находка у нас вот мухоморус. А смотрите, вот что значит дождики прошли. А это паутинник. Так, начинаем с паутинника и мухоморов. Вот он, мой ворон. На этой камере нет приближения. Видите, нет? Вот. Кар-кар-кар-кар! Слышите, каркуш каркает. Накаркал. Накаркал он нам. Первый кто у нас? Подберезовик. Вот такой хороший, красивый. Насколько хорош, сейчас проверим. Ух, нога. Смотрите, чистый. Давайте так. Оп. Ух, водой напитался-то. Чисто. Шляпу. Влажное все. А в шляпе есть дырочки. А вот классика жанра, посмотрите. Подберезовичек молоденький и мухоморчик. Как ориентир для нашей находочки. Прям молоденький-молоденький. Ух, крепенький. Черноголовище. Класс. Посмотрите на эту красоту. Смотрите. Видите, все чистенько. Губочка, ножечка. Два из двух. Нет, полтора из двух. Шляпку одного. Все равно, это прям... А пахнут они осенью. Пойдемте дальше. Смотрите, какие дожди, казалось, лили и сколько, а болота все равно сухие. Удивительно. Еще воды надо. Смотрите, прям на корню скуксился под березочку. Вот еще один. Но мы не будем горевать, а почему? А потому что, видите, эту троечку? Раз, два, три. А вот этот, посмотрите, четыре. А вот этот, чернопопик, пять. Режем. Красавчик. Раз. Чистый. Губочка беленькая. Давайте и этот. Ух. Чистяк. Ну, хотите шляпку. Ножка целая. Давайте шляпу. Чтобы уже наверняка. Чистый. Ай, ну этот даже не сомневаюсь. Такой чистяк. Давайте этого. Ой! Посмотрите. Посмотрите, какой красавчик. Чистенький. Идеальный. Хрустящий. Сейчас вот того чернопопика еще срежем. Посмотрите. Посмотрите на него. Ай, какой. Осенний настоящий. Черный-черный. Черноголовичек. Ах, сказка. Прыг. Пни есть, все есть. Опять пока нет. Пойдем дальше глянем. Посмотрите, какой белый. Это белый
Белый-белый, ай, красавец. Смотрите, какой бух. Моща. Выкручиваем. О! О, какой! Вот такой мальчишки-бальчиш, да? Ух, моща. Губка там беленькая. Прям. Видите? Иди отсюда. Ай! Страшно. Ну ладно. Видите? Жалко. А тут одна осталась. Вот чуть-чуть. Давай, давай. А-а-а! Во! Видите, тут чисто. Все. Ну хоть сколько. Значит, белые начинают вылазить. Вау! Идем дальше. И снова под березы. А это, посмотрите, как булочка. Такой нежный. Не темный, не черноголовик, но приятный какой прям. Ух! Ам! Бургер. О, чистяк. Чистяк. Обратите, посмотрите, губочка. Белая-белая-белая. Прям идеал. Мощный, сочный. Хить! Вот он. Смотрите, какой. Ага. Ой! Ребята, это подосиновики. Вот такие вот. Вот такие вот. Ух. Здоровые, но крепкие. Сейчас проверим все. Мне бы вот таких и побольше, побольше. Ну, понятно, что идеально просто. Недавно зашел, а ведерочка пополняется. Ую. Ую. Шляпу выели, нога отличная. Давайте посмотрим. А. Чисто. Ну, это ожидаемо. Следующий. Ух, какой там. Ой, какая нога. Идеальный. Смотрите, и губка белая. Он прям, ух. И на этом хорошо знакомом нам пне осенних опят не видать. Но, посмотрите. Это лыжи опята. Видите, они начинают вылазить. Смотрите. Ага. Вот они, прям малышки-малышки. А это о чем говорит? Что скоро, скоро, прям вот на подходе и осенние должны быть, та волна, которую мы ждем. Смотрите, вот они. Вот так вот. Хе-хе. Это клево. Иду по тропинке, никуда не сворачивая, и не надо. Потому что здесь вот такие товарищи растут. Жиробас. Ух, вы посмотрите на нее. Ну, все ясно. Даже проверять не надо. Тут чистяк, губочка прям. Пух. Такая, с листиком. Моднявый. И белый. Ну, по нему видно, что его уже на корню съели. Зверюки. Бархатной подосинкой. Ножка какая длинная. Обратите внимание, ой, какой. Рядом еще должен быть. А, вижу. Вижу, вижу. Вижу. Вот он еще один. Красноголовый. Жиробасный. Ой, а вот еще один. Ой, будем еще смотреть. Даже не сомневаюсь, что он хороший. Просто идеально. Сказка. Ты нас не подведешь? Нет! Гляньте. Вот так вот. Чистяк. Ну, это все ясно. Это прям цинус. Деликатес. Такие три красавчика идеально чистых в одном месте. А здесь семейка свинухов притаилась. Раз хрю-хрю, два хрю-хрю. Вот такие они. Поросятушки. Просто подберезовиковый рай. И какие они, какие они. Ой, какая прелесть. Ух. Хруст французской булки. Посмотрите, шикарные. У-ху. Прыг к Ваське ведро. Ох, посмотрите, как блестит этот мухоморка. На солнышке после дождя. Не нужны никакие светоотражающие жилеты. Взял мухомор и топай по дороге. У-ху! Посмотрите, кого сбил.
Вот такой подберезовик. Вот такой. Представляете? Какая прелесть. Вот так вот. Осень. Черноголовище настоящий прям. Ух. Ладно, давайте этот срежем. Ну, где-то там. Ух, какая нога. О. Губочка беленькая, ножичка чистенькая. Такой вот он. Не черноголовик, но хорош. Шляпа как у меня прям. Похоже. И, брат. Не перестаю восхищаться, какие же они красавцы осенью. Смотрите. Темная, темная, аж чуть ли не бордовая, как у боровиков шляпка. Нога там. О, мясо. Вот видите, гребник пошел от меня отсюда. Он пощел, а я нащел. Вот такая красота. Ой, а вот это вы видите? Только я порадовался хорошей погоде, солнышку, и начинается дождь. А у меня вот очередное семейство такое. Ой, пипец. Все ходуном ходит. Ай. Вот что значит, не надо в лесу бегать. Вот прошедший грибник передо мной буквально, видите, какой экземпляр сбил. А рядом вот еще какой. Вот так бывает. А вот посмотрите. Ну, это крупный, наверное, так себе. Но нас интересуют вот эти малышки. Вот они какие. А вот еще посмотрите, какой. Этот такой уже. Может, ногу заберем. Ой, их тут два. Вот так, вот. Вы только посмотрите, вот в одном месте все режу, это не все, все не вмещаются. Но вот какая молодежь, бля. Грибной оргазм. Дождь заливает, но это я не мог не снять. Смотрите, раз красавчик, два красавчик. Красная поляна. Подмосковье, три красавчик. Вон там четыре красавчик. Видите? Режем. Ой, где она там? Не кончается. Шикандос. Чистяк. Осенний подосиновик. Как на ферме выращивали. Вот такой. Белый, чистый. Пойдемте большой. Ой, а вот еще один. Вот такой вот красноголовый улов в одном месте. Представляете? Все хорошие. Дождь все сильнее и сильнее, но как от этих красавцев оторваться? Смотрите, уже все заливает. Сейчас камеру зальет совсем. Режу. Чудеса. Дождь продолжается. И солнце светит. Здесь на солнце прям видно хорошо, да? Видите? А. Ух. Вот белые. Существуют они. Сегодня у нас полный набор. И белые, и подберезовики, и подосиновики. Все, давайте выкрутим. О, не, ножка мягкая. А как сидел, как сидел. Ну так вроде вот выглядит, да? Но ножка... Ай, все равно красиво, приятно. Мелочь, а приятно. Давайте проверим. Так. Ой, да, вон его, съели весь. Вот именно этого я ждал от этого леса. Смотрите, черноголовики. Раз, два, три, четыре. Здесь светлоголовики. Пять, шесть. Лесенка, чудесенка. Вот он какой. Подосиновик. Красавчик.
режем, как жирный. Посмотрите на него, шикарен. Шляпка темно-темно-бордовая прямо. Сила. Очередное стадо подберезок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Буквально только что лил дождь, а сейчас посмотрите, как распогодилось. Такая она переменчивая осень. Визжу, пищу. Посмотрите. Еще один подосиновичек. Я такими темпами из леса не уйду. Сколько ж можно-то? Ребята! Вот и закончилась наша с вами очередная прогулка по лесу. Результат сегодня вот такой замечательный. В принципе, такой же, как и в четверг, и в воскресенье. Но трудозатраты на порядок меньше. То есть грибов стало на порядок больше. И белых, если один встречали, сегодня я встретил три. То есть маховик начинает раскручиваться. Дожди сделали свое дело. Еще один большой плюс нахождения в лесу, что нет ни комаров, ни лосиных мух, ни клещей. Прям вот чуть похолодало и всю эту гадость выбило. Просто очень комфортно находиться в лесу. Ну и, конечно, вот эта прелесть. Как... Я не стал упираться, потому что в субботу еще планирую, обещал друзьям хорошую тихую охоту. Я думаю, так оно и будет. В лес можно идти, в лес нужно идти. В остальном все то же самое. Осенних опят нет, но появились ложные опята. А это, как правило, предвестник тех самых, которых мы ждем, ребят. Так что наша волна еще впереди опят. А пока будем коротать время за сбором благородненьких. На этом все. Кому понравилось со мной гулять, ставьте вот так. Подписывайтесь, вместе веселее. Кому нет, вот так. Добра вам, тепла, сибирского здоровья. Пока-пока, увидимся.